Фейсковид Салам! Поздравляю всех участников челленджа с его завершением, и сегодня есть время подвести итоги. Итак, мне вообще интересно, кто делал, ну, 7 дней? Ну, это перебор, конечно. Ну, 5 дней, может быть, какой человек, может, там 2 делал, может, 1 делал, да, кто знает, 1 день, возможно, чувак упал с дивана, сделал, что-то напрёкся, уполз в пивнарь, может быть, и такое. Но мне понравились, на комментарии не было времени отвечать, конечно, но мне понравились некоторые комментарии, поэтому я так думаю, что впредь я введу такую практику, что я буду отвечать на комменты или обращаться к человеку из комментариев, которые мне максимально, ну, зашли в душу. И здесь сегодня Филатов. Такое выступление. Пощады! Верните, суки, планку! Это про тот день, когда мы вместо минуты планки делали удержание ног для нижнего пресса. Сегодня мой пресс горел по полной программе. Ну там, спасибо, понравился видос за тренировку. Я точно знаю, Филатов мужик делал один день, точно железно делал. Но раз он еще говорит о планке, значит, он делал как минимум 2 дня. Напиши, бро, сколько дней ты все-таки прошел. Может быть, ты и есть тот чемпион, который плотно подключился к этому челленджу. Ну а сейчас мы посмотрим, какие же результаты дал нам челлендж. Идея челленджа была бомбить эти банки сбоку. Если я встану вот так, конечно, какое-то позирование определенное. Прокручу, стяну животик. Первое, что мы видим, конечно, визуальное уменьшение талии. Банки стали более управляемы, что ли. Живот приобрел поджарость. О, неделю назад я был 90, сейчас 88. 2 кило за неделю. Второе, прям четко визуальное изменение, это в количестве времени, которое я стою вот в этой планочке. Время увеличилось на 30 секунд. Обычно я стоял 2 минуты, сейчас 2:30 я стою спокойно, мышцы кора стали крепче. Третье, мощнейшее изменение, улучшение. Гениальнейшая фраза из книги Гарри Каспарова, которую я сейчас изучаю, называется «Шахматы как стратегия жизни». Он дал настолько хлесткое, четкое объяснение и понимание, вложил в мою голову о том, что же такое стратегия. И он сказал, стратегия – это не то, это не ваши мысли о том, что вы будете делать там завтра или послезавтра. Это анализ того, как то, что вы делаете сегодня, сейчас, будет влиять на ваше будущее, на ваше завтра. То, что вы делаете сейчас, подумайте, проанализируйте, поймите, как же это повлияет на ваше завтра. Муа! Челлендж – это как раз и есть та инвестиция в будущее, потому что я чувствую, насколько разогнался, насколько увеличился, прям с нижнего уровня вышел на другой уровень. Энергетический потенциал, каких людей я начал к себе притягивать, какие места я начал посещать, какие идеи и предложения стали поступать ко мне после того, как я сделал всего 7 дней челленджа. Мне даже мощно представить, сколько же это может разогнать, насколько может изменить жизнь, например, длительный челлендж, например, в месяц. Это бомба, для этого надо мужество, для этого надо мощь, и для этого нужна железнейшая мотивация, сила воли и страсть. Passion, английское слово. Когда мы делаем то, что нам мега нравится, у нас есть passion. Но главное, это заложило мне в голову реальную уверенность в том, что нужно делиться теми знаниями, которые у нас есть. У меня очень много опыта в йоге, у меня много знаний в фитнесе, у меня много знаний каких-то работы с энергиями и других магических вещей. И постепенно я буду об этом делать видео, приоткрывать, давать интересные направления в мышлении, ну и чисто технически там, где язык держать за зубами, как там спинку прокачать. Но главное, пришла идея следующего челленджа, потому что челлендж это благостно, я вижу. Я хочу поработать шеей. Я хочу зачелленджовать
на шею. Я обдумал, как это лучше сделать, но идея такова. Интересные события, не надо же из дома никуда выходить. Сижу, пью из серебряного своего стаканчика водичку. И что же происходит за окном? За окном идет съемка кино. С актерами, с группой. Они сделали здесь площадку, выставили оборудование. О, я тоже хочу кино снимать. Мечта с детства. Я с той стороны. Ду-ду-ду-ду. Так, местный ректорат явно против кинофильма. Одни профессионалы, пробовал. Такие зонтики я только в Болливуде видел. Про чё кино? Про любовь? Когда? А, сериал. Насилие? Сериал. А, сериал. Ну все, это судьба. Если уже съемочная площадка во дворе. Я как Дудь, любой ценой мы добудем материалы. Я всех знаю, а вот должность, кто зонтик держит, это как называется? А это не должность, я просто так вижу. А, у тебя хобби? Такое. Это, на самом деле, вред. Просто везде есть человек, в каждой съемочной группе. Кто держит зонтик везде над... Ну, ассистент, наверное. Все, ассистент, буду знать. Осветитель. Ты осветитель? Да. Пока борешься с солнцем, все. Пока, да. Класс. Сейчас внутрь зайдем. Самое интересное, что в этом дворе произошло за сегодня. Как называется сериал ваш? Закира. Да, ребята, это безусловно знак. Это прям подталкивает меня поделиться теми видео, где я снимался. Это прямо топчик, знаете, со звездами Болливуда. И это все есть. Это мой арт на двери. Белая краска на коричневом дермантине. Ну а что же мой ремонт, спросите вы? Да я не из тех ребят, которые отступают. Все делается. А сегодня экспериментирую с окном. У меня немерено девайсов. Со всех концов республики стягиваются какие-то спецсредства. Времени у меня навалом, поэтому я попробую и шлифовальную машинку, и этот огнедышащий дракон. А сейчас я пока балуюсь вот с такой вот чистилкой. Пасян. Идея на сегодня такова. Освободить деревянное окно от старой краски. Возможно ли это или нет? Я первый раз. До этого я это никогда не делал. Кстати, ощущение прикольное, что ты что-то... Археолог, раскапывающий старое, мерзкое, отвратное окно и превращаешь его во что-то прикольное, клевое. По-моему, неплохо. Смотрите за то, какой красивый там был с цветами огород поднят соседями. Чудо просто. Воу, камрады, и что же мы имеем на выходе? Изумительно новенькое, сладкое, зачищенное окошечко. А то мама говорит, поставь новые, эти женщины им только деньги тратить. Подписывайтесь на канал. Здесь вы будете находить ситуации, в которой, да, каждый из нас в течение жизни появляется, оказывается, приключается это с нами.
Как находить выходы, мы будем делать это вместе. You're talking to me, motherfucker!